Так, сегодня решил поделиться вот такой штукой, которую мы для себя тоже открыли. Это такое место, где вот мы, например, сейчас привезли. Ну, я привез. Уже не нужно было, дети выросли. Такая штука была. Ну, чтобы дети игрались там с переключателями, со всякими открывашками. Все то, что дети любят трогать дома. Сейчас уже дети выросли и решили, чтобы эта вещь получила вторую жизнь. И, короче, здесь функционирует, как все работает. Приносишь свою старую вещь, есть лыжи. Кстати, в лыжах я не разбираюсь. Все, этот. Привозишь свои вещи и просто оставляешь на благотворительность, скажем так. Дети идут потом, все идет потом в благотворительный фонд помощи. И здесь можно все найти. Мебель. Бинокль. Такие картины всякие, книги. Но очень классно, потому что люди приносят все то, что им не нужно. И эта вещь получает, по сути, вторую жизнь. Мне именно концепция того, что здесь получает вторую жизнь, очень нравится. Надеюсь, что хорошо слышно, потому что я в маске. Книги по 2 евро. Если брать, например, вот здесь 2 евро книга стоит. Детские книги, мы все знаем, в хорошем состоянии. Вот стоило, например, 9,90. То есть у нас тоже было часто, вот не знаю, что делать с вещью, потому что там или ребенок вырос, или уже не нужно, и так далее. Обычно дарим. Старые вещи мы относили в одно место. Тоже Гулливер, по-моему, называется. Там их брали, и оказалось, что это одна и та же организация. Вот вместе с этой. Здесь всякая посуда, здесь книги посерьезнее, им отдельное место дали. Разделено по тематикам. Все то, что... Кстати, есть вещи, которые и не поддержанные. Есть, да, антиквариат, есть там старые вещи, но есть вещи, которые не поддержаны, потому что их дает компания, всякие сервизы. Их выдает компания, вот, например, вот здесь два стула. Компания Скавлини здесь рядом находится, поэтому они просто дали этой организации. Они сейчас продают по 20 копеек. Не знаю, сколько они стоят. Вот эти новые стулья. Здесь новые. Здесь старые, но здесь и новые. Мы сегодня сюда принесли 2 больших пакета вещей. Плюс потом я вот эту игрушку, которую перед входом показал. Очень много машинок вот таких почему-то. Не знаю, кто это будет брать. Но они есть. Может, любители антиквариата. Вот такие старые мониторы, мебель, такие машинки, всякие Singer, да, Zinger их называли. Телевизор сегодня сын увидел, говорит, это что такое за телевизор, интересно. Ребенку 6 лет, он не видел никогда такой телевизор. Все уже привыкли к телевизорам. Покруче. Современным. Это, кстати, пазл какой-то. Короче, вот такое вот место и вот такая вот концепция. Интересно. Такие машины. Короче, все есть.
И повторюсь, не только старое, но и новое. Цены очень низкие, поэтому те, кто не может там себе позволить на данный момент что-то купить дорогое, может прийти в такое место и купить себе необходимое. А кто оставляет, ему тоже приятно, потому что, ну, не знаю, по сути, вещь получает вторую жизнь. Мне, например, намного приятнее, когда вещи не выбрасываются, но используются. А вот стульчики наши, то, что мы сегодня принесли, уже здесь стоят. По 3 евро поставили. Это 2 наших стула. Буквально сегодня утром их привезли. Это старший сын использовал. Сейчас стали не нужны. Выкидывать жалко. Вот они поставили по 3 евро. Кстати, вот Лего очень много, и они почему-то новые. Вот тоже интересно, как они сюда попали. Может, старые модели какие-то. Это Лего, оно никогда из моды не выходит. По 5 евро. В магазине Лего там по 10, по 15, по 20 стоит. Тоже интересно, как они сюда попали. Он целый чат даже смотрит на нас. Так, я не любитель старины, но кто любитель, мне кажется, здесь можно ходить часами. Вот такие разные всякие штучки мне нравятся. Этот слишком старый. По мне, что супруге нравится все более современное и простое. Такое концепция японская. Минимальные вещи должно быть в доме. Поэтому и набирать не хочется. Чемоданчик. А здесь не чемоданчик, а здесь печатная машинка. Что это вот? Не знаю, сколько она когда новая была. 20 евро, это вообще ни о чем. У кого даже просто этот, у кого по этой тематике офис, можно просто даже в офисе поставить, чисто для прикола. Вот такая вот экскурсия вам сегодня. Все есть там, мебель и вот всякие машинки, газовые печки и так далее. Ну, за 200 евро этот подержанный, вот, в хорошем состоянии. Шкаф. Эти вещи они используют для, как хамон, наверное, больше известно. Это испанская, итальянская вещь. Хамон это испанская, а здесь они говорят про прошито круду. Вон там эти даже такая есть, допотопная. Это интересно, да? Да. Высоко на углях. 160 евро. Интересно. Надеюсь, было интересно. Всем пока.